Тебе же присядь, читал наверняка, чем он состоялся, чем он отличается от советского и... Можно сказать честно, текст присядь, там, текст выработан, более удобный, более прочен. Нет, да, ну что, все было более банально, чтобы люди понимали, какую они присягу делают. Присяга, которая была в Славянске, и здесь немножко отличается. Здесь более сплоченным и более понятным. Люди дают присягу, наверное, свободной республики. На вот защищать, которого, если они нарушат закон, они будут покараны по военному данному. Так что текст очень удобно готовлен. Он не намного отличается, могу вам сказать честно, от присяги Советского Союза. Не намного. Так что, в принципе, люди, которые в возрасте здесь, в данный момент, пока знаете, что в Союзе стоят люди разного возраста, начиная от 18 и заканчивая 55 лет. Люди, которые служили в Советской армии, я не знаю, это текст, они очень легко его прочитают любые законы. Вопрос еще поставить глаза девушек. Да. Вы радостью принимаете? Ну, почему? Я могу сказать честно, девушки с более желанием воюют, чем мужчины. Нет, я не буду, не хочу не обидеть ребят, но в данный момент, за последние недели, кто не пришел, это была основная масса девушек, которая не боится, берет в руки автомат, который знает, что они делают, он четко стреляет и на стрельбищах, и на полигоне не готовы. Вот. Если понравится выйти на передовую, я выйду на передовую. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! На принятие присяги приступить! Террористы своего народа и отечества, вступая в ряды вооруженных сил Донецкой Народной Республики, принимаю воинскую присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным воином, строго хранить верную государственную тайну, строго хранить все тяготы и решения воинской службы, беспрекословно выполнять воинскую устав. Священную присягу и передам героическое прошлое своих соотечественников. Я надеюсь, этот день каждый из нас запомнит. Это шаг сильный в формировании нашего государства, как Донецкой Народной Республики. В будущем, надеюсь, объединение республик Новороссии. Бойцы, я поздравляю вас с принятием присяги. Пусть этот день войдет в историю вашей жизни. И этот день связывает теперь с вашей землей вас душой и телом. Дело в том, что в моих руках 6 глава книги «Когда гремели пушки». Ее написал маршал Советского Союза, герой Советского Союза маршал Бирюзов. Вообще врач на передовой, с передовой. Какое имя? А? Как имя? Кристина. Кристина, очень а приятно. А есть? Кри. Как? Кри. Кри. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, пару слов мужчинам, которые хотя бы в армии служили, сидят сейчас там на диване, в интернете нас поддерживают. Ребята, диванные войска не приветствуются в батальоне Сомали. Так что берите оружие, идите служить, защищать свою землю, своих детей, матерей. И отдайте честь, отдайте долг своей стране. Спасибо большое. Так, Чуча, сюда. Еще раз. Чуть-чуть присядь. Упали. Вот так, да. Сделайте на мой чип. Упали, отжались. Потом передадут тебе по блютузу.